Доброе утро! Добро пожаловать на канал! Всем хорошего настроения и хорошего дня! Вчера видео у Алены, видела типсы, на которые она наращивала ногти. И что вы думаете, мне тоже такие надо, несмотря на то, что они стоят 1200, по-моему, там сколько, 1100. Мне тоже такие надо. Иду забирать. Забрала. И еще забрала наклейки, чтобы новый мастер себе палитру собрал. И подставочку еще для типс нужно выбрать. Что-то я смотрела, мне ничего не понравилось. Но одну корзинку забросила за 600 рублей. Мастер так ни разу не пришла, но мы с ней договорились, что она будет приходить под запись. Ну, это по желанию. Если она захочет, то она будет выходить вот так вот, сидеть здесь. Вдруг кто-то придет. Но, видимо, нет такого желания. Хотя здесь ей тоже как бы и подключить все надо так, как ей удобно. И сделать себе палитру. Ну, то есть ей тоже нужно подготовить свой рабочий стол. Как бы, кто это должен делать? Упаковка здесь, конечно, все запаяно, заклеено. Запах пластика ужасный. Что-то там... А, это этот, номерочки клеить. Удобненько, кстати. Так, вот такие это формы. Вот они. Ой, они такие тонкие. Я как раз такие хотела. Они клеятся вот прям на самый торец. Чтобы не на весь ноготь они были, а на самый торец. Такое экспресс-наращивание получается. Во всяком случае, видео это все быстро и шустро. Так, меня больше интересуют большие формы. Это мелкие. Ой, а тут наоборот все. Если у нас вот здесь всегда большие и на убывание идут, то получается, что они как-то... А, они вот так идут. Вот так и вот так, самые мелкие. Это самые крупные. Но я бы сказала, что это не самые крупные. Вот такая арочка. Сейчас. У меня не крупные ногти. У меня такие средние. У Анютки большой пальчик, он гораздо больше. Но вот на мои ногти подойдут, вот смотрите. Да. Оп, упала, ладно. Вот, но на, если у кого-то побольше будут ноготки, то, ну, навряд ли они подойдут на широкие ногти. И здесь циферки вот так вот сюда приклеить, чтобы было удобненько это все потом доставать. А интересно, на самих типсах написаны номерки? Да, вот, по-моему, что-то на самом торце написано. Правда, очень плохо. Четверочка. Ладно, попробуем. Сегодня у меня все включилось, кроме телевизора. Телевизор не хочет включаться. Показывает, что нет интернета. Хотя терминал и ноутбук включился.
уже 90 грамм. Все, в общем-то, день подошел к концу. Мы сегодня работали нон-стоп с Викой. И я даже в перерыве ничего не поснимала. Но зато такое удовлетворение от того, что сегодня прошел день продуктивно. Что сегодня я не просиживала, не простаивала, не жаловалась вам. А просто отработали вот так, как на одном дыхании, без обеда. Только между клиентами один раз чай попили. И все. Так что я собираюсь, иду домой, и мы увидимся с вами завтра. Всем доброе утро. У нас такой ливень идет. Так свежо, хорошо. У нас сегодня должны отопление отключить, наконец. Вроде не так холодно, но сыро. Всем хорошего дня. Вот как весело. Говорю, что устроила себе банные процедуры. Птичка. Вот как. Гаврюша, сейчас все вокруг будет мокрое. Все? Ты искупался? Мокрая птица. Мокрая птица. Я с удлинителем. Иду на работу. Сегодня мы втроем будем работать. У каждого по одной клиентке. Можно было бы всех в одну кучу собрать к одному специалисту, но чтобы было веселей, пусть каждый работает. Сегодня на улице дождь, так что сегодня здесь натопчут. Предлагать бахилы или нет, или смысла в этом нет. Пусть хорошо ноги вытрут и все. Так, принесла удлинитель. Сейчас буду здесь колдовать с этими розетками. Куда-то что-то надо деть. А, подключила все. Единственное, что там аппарат, вот этот, который на ножной педальке, но педальку я оставила дома. Но придется ей вручную там все переключать. Вот, потом добавила туда тумбочку, потому что вот ее прям там не хватало. И девочка, которая была записана к стажеру, она не подтвердила запись, что придет. Я вот переживаю, что теперь она не придет. Она записывалась через Авито. Сижу, заполняю журнал. Как это муторно, честно я вам скажу. Я когда там работала в студии дома, я тоже заполняла. Меня хватило на месяц, наверное. Потом все, думаю, блин, ну, с проверкой никто не придет. Клиенты тоже не интересуются. Совесть моя чиста, что я все по правилам стерилизую, дезинфицирую. Поэтому перестала вести. Вот. А здесь, ну, здесь нужно вести. Нужно вести журнал и генеральных уборок, и этого на колесиках, как его там, помещение воздуха-то, рециркулятора, вот. И, естественно, журналы все обработки нужно вести. Никак не могу прошить же эту книгу отзывов и предложений. Вот она. Кстати, давайте откроем. Что она у меня лежит? Он так и будет лежать, пока я не открою с вами. Повесить вот где кулер, там много мест, белая стена. Либо повесить где-то возле стойки, вот здесь. Это же должно быть в общем доступе. Вот, я такую взяла. Есть такая пошире. И сюда как бы листочек информации, ну типа огурник вешается, укладывается. И отдельно для книжечки. Но здесь такой большой кармашек, что можно сюда и вот это свидетельство положить, копию, и вот эти книжечки. Ну, я думаю, что вот это вот большое брать? Оно, во-первых, и дороже, во-вторых, сколько места занимает. Если можно, все сюда засунуть. Самое главное, есть. Все. Подходи, бери. Знакомься, кто хочет. Кстати, флаеры, которые... Тот кармашек с флаерами, который я снаружи повесила, я туда еще визитки добавила, понемножечку худеет. Берут люди, интересуются. Так что, если кто снимает кабинет вот так в торговых центрах, то тоже можно где-нибудь вот так прилепить, если не сорвут. Вот. Вот такой.
уголок потребителя. О, здесь уже даже эти сразу есть. Супер, не надо мучиться. Только он меня, наверное, на эту шпаклевку и не сядет. И не сядет, и не встанет, и не ляжет. Красиво. Так, книжечки здесь уже, там были пронумерованные и не пронумерованные. Я взяла пронумерованные. Там разница была в рублей 30. Так, закон о защите прав потребителей. Вот это вот прям всем нужно предпринимателям почитать. Новые правила торговли. Но у нас торговли нету, мы оказываем услуги, но, наверное, это тоже нас касается. И книга отзывов, жалоб и предложений с инструкцией по заполнению. Да, пронумерованные. Номерочки здесь есть, хорошо, хоть нумеровать не надо будет. Нужно просто прошить. Вот прошивали бы они еще, да? Наименование юридического лица, дата, когда завели эту книжечку, подпись руководителя. Кто у нас ИПшки? Вы печать себе делали? Ну, такие вот на упрощенке, которые ИПшки. Хочется, конечно, так, для антуража печать. А с другой стороны, на кой она сдалась, если можно без нее работать? Да? Я пью кофе. Ладно, запомним. Сейчас я вам покажу, мне подскажете, куда приляпать. Куда-то сюда, вот за вешалку, вот сюда. Вот сюда куда-то. Сейчас я издалека вам покажу, чтобы вы имели представление. Вот, вот так вот здесь вот. В общем доступе, да. Либо вот сюда куда-то, может быть, над диванчиком, да. Ну, думаю, нет, кому-нибудь на голову свалится. Либо вот здесь вот. Тут как бы и администратору рукой подать, и клиент тоже. Раз, и если что, да, возле трубы. Горячий. Кстати, отопление отключили или нет? Холодненькие. Нет, хорошо. Чувствуется, да, что здесь уже не так душно. А я еще открыла здесь форточку и в педикюрной зоне окно. И здесь такой сквознячок, особенно когда дверь открывают, сразу так свежо становится, хорошо, нет такой духоты. Вот. Читаю. Ой, где-то я такое интересное нашла. Столько интересного. Тут, девчонки, почитайте обязательно. Хотя бы в электронном виде почитайте. Тут много интересного. Короче, исполнитель. Ну, там, продавец, агрегатор, исполнитель. Я это все буду как переводить в исполнитель. Мы же исполнители. Не вправе отказать потребителю в заключении исполнения изменения расторжения договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные. То есть, если к вам хочет записаться человек, но он не хочет предоставлять своего телефона или имени, вы не имеете права отказать. Вы его должны записать, не требуя при этом номер телефона. Вот если записывается, например, через Авито, и все уже назначают дату, время, мы договариваемся, все, и я ему пишу, кому ему, клиенту пишу, напишите, пожалуйста, свой номер телефона, я вас запишу и вышлю подробности в WhatsApp. Авито, конечно же, 100% присылает предупреждение тому человеку, покупателю, да, что не переходите, не предоставляйте, там, туда-сюда. Но человек, если заинтересован, он оставляет свой номер телефона, как вот, в общем-то, и произошло вчера, когда девочка записалась через Авито к нашему мастеру-стажеру. То есть она еще с утра вела переписку, и она как-то вот так вот напишет, пропадает на полдня, напишет, пропадает. В итоге она записалась-то во сколько? Я как раз не спала, я домашку делала. Я делала домашнюю работу по инструкторскому курсу, и где-то, наверное, в час ночи она написала, да, все, меня завтра устраивает 4 часа, запишите меня. Я, соответственно, спросила номер телефона и ее записала. Но WhatsApp она ничего не ответила. То есть сообщение WhatsApp стоит доставлено, но не прочитано. Я сейчас ей написала. Меня мастер просто спрашивает, она точно придет? Я написала WhatsApp клиентке, но она ничего не ответила. Тоже доставлено, но синих галочек нет, то есть не прочитано. Так что Бог его знает, придет она или не придет. Я о чем вообще? А, я к тому, что телефон спрашивала. А это как бы не обязательно. Если клиент откажется, то откажется.
Если место оплаты товаров, услуг находится в месте, где не предоставляются услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи средством коллективного доступа к информационно-телекоммуникативной телекоммуникационной сети интернет, продавец освобождается от обязанности обеспечить в этом месте возможность оплаты. То есть если у нас тут интернет не работает, его невозможно здесь подключить, значит, я освобождаюсь от этого? Конечно, нет. Я Вику вижу. Вика идет. При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом по оплате товаров считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств. Это само собой разумеющееся. Ну, там дальше какой-то недостаток товара, о том, что мы должны предоставлять информацию о всех своих, допустим, аппаратах, о материале, где купили, как купили, сертификаты, если спросит клиент, мы должны предоставить. Пока выключай, скоро вернусь. Время уже сколько? 7:59, уже 8 часов. Я иду домой, хотя мы до 9 работаем, но я иду домой, потому что уже никого нет. И что, я здесь одна, все равно никого принять не смогу. Да, и, конечно, могла бы кого-то записать, но я так устала. И сейчас сидела, разговаривала с Анюткой. Я вообще уже полчаса назад была вот так вот собрана. Анюта позвонила, и там что-то мы с ней разговорились по поводу работы, там вопросы решали ее. Вот, и как хорошо, что она позвонила, и мы с ней разговаривались, потому что сейчас зашла девушка и говорит: вообще-то, говорит, я сюда, говорит, в аптеку пришла, говорит, но, говорит, смотрю, у вас здесь салон, а вам, говорит, мастер-бровист не нужен? Я говорю, нужен, еще как нужен. Вот, и она говорит, я, говорит, ну, здесь вот живу в соседнем доме, говорит, и работаю, я, говорит, ну, далеко в фитнес-центре, я, говорит, туда на машине езжу, мне, говорит, это очень неудобно, потому что у меня маленький ребенок, я хотела бы где-то поближе. Ну, говорит, есть у вас место бровиста? Я говорю, мы вам все организуем. Говорю, все есть, надо только повесить. Вот. И она говорит, я вообще-то ищу, говорит, реснички ламинирую. Я говорю, отлично. А какой у вас прайс? Я говорю, прайс, говорю, я пока не знаю. Я говорю, вы скажите, на каком прайсе вы работаете, мы будем под вас подстраиваться. Материал какой скажете, купим. Она говорит, нет, у меня материал с собой. Я говорю, отлично, тогда и процентная ставка будет выше. Вот, и показала ей... Она говорит, реснички, кушетка, говорит, у вас есть? Я говорю, кушетка есть, но у нас нет отдельного кабинета, чтобы поставить туда эту кушетку. Показала ей кабинет педикюра, она говорит, так вот, у вас же кресло раскладывается. Говорит, можно кресло раскладывать и там работать. Я говорю, да, точно. В общем, оставила телефон, сказала, что сбросит свои работы, прайс. И она говорит, я говорю, прям завтра могу выйти на работу. Я говорю, ну, завтра мы только повесим, говорю, хотя завтра воскресенье, сверлить нельзя. Но надо что-то придумать, чтобы мастера не потерять. Я очень рада, что мне Анютка позвонила, что я здесь задержалась на полчаса. А хотела же раньше уйти. Все, девчонки, на этой позитивной, хорошей, радостной ноте я собираюсь и иду домой. Спасибо, что заходите на канал, смотрите видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока.